Видео не является призывом действий. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как можно приобрести себе криптовалюту, просто владеть им и заработать на этом. Первым делом, что вам надо? Вам нужен надежная биржа, такая биржа, что не делит людей там по цвету кожи, по паспорту, кармане и по другим таких непонятных принципам, как делают многие биржи. И один из таких бирж является Bybit. Что если у вас еще нету аккаунта на Bybit, под этим видео будет ссылочка, переходите, регистрируйтесь и получайте максимальное количество разных бонусов, аж вплоть до 30 тысяч долларов. Так, скажем так, что вы зарегистрировались. Я вас поздравляю, потому что биржа действительно абсолютно аполитический. Тут никого никак не делят. Тут все люди равны. Вы зарегистрировались. После этого идете вот тут, где значок. И идете раздел аккаунт безопасности. Нажимаете сюда и проходите верификацию. Бояться верификацию проходить не надо, потому что это дает вам еще дополнительные бонусы и возможность купить прямо из своего банковского карты криптовалюты. Неважно, какого вы национальности или в каком государстве вы живете. Скажем, вы прошли полностью свою регистрацию и верификацию. Что делать дальше? Видите, наверху есть раздел криптовалюты. Просто идем сюда, P2P торговли. Как вы видите, тут 0% комиссии. То есть от вас не берут ни одного цента комиссию. Тут вас, конечно же, предупреждают, что к чему. Но это понятно, что вы должны понять, где вы находитесь и что вы делаете. После этого вы зайдете сюда, центр пользователя. Это надо делать только первый раз. Первый раз, когда вы заходите, тогда вот нажимаете сюда, центр пользователя. Туда записываете данные своего карты, откуда вы будете покупать криптовалюту. И если вы будете в будущем получать проценты, тогда вы можете на эту же карту вывести. Никакого хитрости, никакого там чуда. Скажем, это все сделано, что делаем дальше? Отсюда мы можем выбирать, либо покупаем сразу биткоин, этериум, либо USDT, и вы можете потом на свое усмотрение купить любую другую криптовалюту. Отсюда выбираем валюту, за какую валюту мы хотим покупать. Тут есть очень много разных криптовалют. И, например, показываю на примере рубли. Почему? Я сам, конечно, живу в еврозоне, но у многих проблема именно с рублями, что они могут покупать с рублями. И смотрите, друзья, тут есть раздел «Покупка» и, естественно, «Продажа». И тут выбираете способ, что, как вы хотите покупать, за что вы хотите купить рубли. Либо выбираем все способы, либо тут определенные банки, либо просто банковский перевод. И тут есть даже, по-моему, еще, как это называется у вас, приватбанк вы видите. И тут есть Тинькофф и Сбербанк, что у многих уже давно не работают. Что как распределить, например, Тинькофф, он просто Yellow Bank, типа желтый банк, да. И Сбербанк тут был, просто писался как зеленый банк. Ну, просто находите и покупаете криптовалюту. Так что как-то так, либо просто выбираете банковский перевод. Скажем, вот тот самый, выбираем Тинькофф, нажимаем сюда, подтвердить. И видите, тут, конечно, только единственный продавец, кто продает через Тинькофф банк. Так что выберем лучше все способы, подтвердить, и тогда вы спокойно можете смотреть, какие способы есть. И видите, тут сзади пишется, какие имеются способы. Вот тут сразу видно же, что Тинькофф, да, и
Кстати, тут Тинькофф довольно там много. Что еще мы можем сразу же поставить сумму, за сколько мы хотим купить, и тогда тоже отсортируются люди, кто продает. Видите, тут есть минималка и максималка, что, собственно, продается. Если все подходит, просто это тут курс подходит, просто нажимаем «Купить», и сюда ставим, сколько я даю и сколько получаю. И выдается, обязательно прочитаем примечание, это очень обязательно. И после этого сделаем покупку. Как только клиент получит ваши деньги, он нажмет на кнопку, что он получил, и вам переведутся деньги. Куда приходят деньги? Хороший вопрос, да? Деньги приходят сразу же на такое финансирование, вот на аккаунт финансирования. И вот тут вы уже можете по своему усмотрению смотреть, либо отправляете их прямо, зарабатывая процент, и будете на этом зарабатывать, либо закажете отсюда карточку и будете пользоваться. И как увидеть те деньги, что вы заинвестировали? Многие не могут найти. Просто идем в банкинг и вот сюда обзор. И сейчас откроется, видите, сколько проинвестировано денег. И отсюда сразу же можете смотреть свой доход. И при желании с одним нажатием кнопки вывести обратно на аккаунт. Так что вот такие, друзья, первоначальные действия должен делать каждый. И скажем, если вы не хотите покупать сразу криптовалюту, такой, просто идете на активы, например, на спотовый, да, вот тут идут у нас торговля, и просто переведете вот сюда доллары, у меня сейчас, конечно, в сделке, вот тогда у вас доступный баланс появится. И просто выберите уже сюда, в каком криптовалюте вы хотите торговать. Я не знаю, давайте там придумаем что-то. Ну тот самый Ethereum, например. Просто пишем сюда Ethereum. И тут идем торговать. И нажимаем сюда за USDT, поскольку мы купили доллары. И, друзья, как торговать, куда нажимать и так далее, я могу вам показать последующих видео, если вам интересно, чтобы нигде не ошибнуться. Либо уже смотрите мои предыдущие видео, либо просто подключайте автоматизированную торговлю, и все будет делаться за вас. Как подключать автоматизированную торговлю, тоже ссылку оставлю в описании на агрегат, абсолютно бесплатный, причем просто подключаете биржу, с одним кликом он привязывается, и начнется торговля по монетам, что вы выберете. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Если это видео было вам интересен, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Друзья, и зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока.